Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина, и сегодня я хочу поделиться с вами первым домашним цветением этого прекрасного биглипа. Он такой нежно-розоватенький. Причем, когда я его покупала, а покупала я его в Юге, его цветочки, я его покупала цветущим, его цветочки были даже более насыщенного розового оттенка. Ну а дома он зацвел таким вот более разбеленным. Сейчас распустились только два цветочка, на нем еще несколько бутончиков, вот раз, два, три, три уже развитых, и еще развиваются на кончике еще пара бутончиков. То есть будут еще цветочки. Ну а здесь вот тут вот руки-крюки сломали бутончик. Один бутончик я сама сломала. Розетка у него огромная. Вот такой вот он у меня. Это у него кашпо такой. Сейчас я вытащу его из этого кашпо. Я его на днях поливала. Сидит он у меня в коре. Кора, керамзит, перлит. Вот, можете видеть, тут и перлит, тут и кремневит есть. Все потому, что кора свеженькая, новенькая, еще не разработанная, то есть еще не впитывает влагу, и поэтому добавлены такие вот составляющие, как перлит и кремневит. На чей-то взгляд грунт может, субстрат может показаться тяжелым, но нет, орхидеи в моих условиях, орхидеям нравится такой субстрат. Они довольны, они растут. У него очень большая розетка. Здесь, кстати, в одном из видео о биглипах, у меня есть целая серия видео о биглипах, их там, по-моему, 4 видео, и я вот показываю тут, ну, сейчас тут не видно будет, но вот этот биглип здесь тоже выпустил почечку, но эта почка, то есть он хотел растить, видимо, два цветоноса, я не думаю, что это должна была быть детка. Думаю, что, скорее всего, это цветонос. И эта почка сейчас на данный момент замерла пока. Он стал растить только вот один цветонос. Но все равно я этому рада.